живее, наоборот. Раздувает конкретно. Блин, было? Да. Сачек надо? Может быть. Ну, такого не хотелось бы упустить. Ну если что, говори. Ой-ой-ой-ой-ой. Не поддается. Не поддается. Ай, тихо. Красавец. Это уже окунь. Сколько у него будет? Снимается хоть? 400. Вот, блин. Тут уже, да, первый окунь такой в этом году. Красавчик. Да, вот с этой стороны. И причем немного. Похоже, что да. Теперь его надо как-то. Оформить в садок. Не упустить. Так, на поклевке, по крайней мере, сразу. Сейчас. Нормально, да? Куда ты сам накидал? Угу. Не такой, конечно, но, наверное, жареный, что ли? Да. Не такой, как те были. Ага, поменьше. Может быть. Совсем такой, но он все другой даже уже. Ага. Этот уже. Другой. 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 Другой.
над нами сейчас. Нормально. Ловлю. А какой ты поставил? Ну, такой, как под джуса. Вот и я хотел такой попробовать. О! Сел. Засел. Выкинул. Ай. Как бы маловатый, да? Вот с этой его. О, хороший, да. Точно. Но этот травяной. Такой же реально, как тот. Да. Первый день? Да. Может, чуть поменьше. Ну, там такой же сошел примерно. Да. Красавец. Ой, красивый какой. Вот это окунь уже. Такой же жадный и не отдает. Пять. Ловок. Нормальный. Нормальный. Только он, ну, клюнул, а потом за траву зацепился. Да-а-а.
всем садком 2100. Со всем садком 2100. Ну ты шикарно поймал. Саток у тебя 400, да, наверное? Да, по-моему. Самый крупный окунь. 435 грамм. 440. Вот и дождь.